предлагаем изготовить уникальное елочное украшение своими руками. Для этого нам понадобится шар, декоративная салфетка с подходящей картинкой, клей ПВА. Для удобства возьмем чашку или стакан подходящего диаметра. Вырезаем картинку так, чтобы она занимала большую часть половины шарика. Наносим на шар слой клея ПВА. Прикладываем картинку к шарику и кисточкой, смоченной в клее, прижимаем центр картинки. Осторожно, легкими движениями проглаживаем картинку от центра к краям. В ходе работы будут образовываться неизбежные складки, которые общую картину не испортят, но стараемся сделать их минимальными. Аккуратно проклеиваем всю картинку, регулярно смачивая кисть клеем, чтобы не повредить тонкую бумагу. Даем изображению высохнуть и точно таким же образом приклеиваем картинку с другой стороны шарика. В вершине привязываем бант из тонкой атласной ленты и крепим ленточку под веску. Вот такую милую новогоднюю игрушку, сделанную своими руками, можно вешать на елку. Спасибо за внимание, до свидания, всего доброго!